Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампы, из Финляндии. Я нахожусь в магазине Marimekko, ставлю примерочные. И по просьбам трудящихся хочу примерить несколько моделей. И, конечно, 4 вещи я взяла. У нас только 4 вещи можно в Marimekko. Пожалуйста. Потом вы можете выйти, повесить их обратно и взять следующие вещи. Ну и вот здесь у меня хороший пример. 155 евро это платье стоило, и 30% скидка, 108,50. Ну и вот, народ, посмотрите, я одела Marimekko туника. На мне 2XL размера. Конечно, она очень хорошего размера. Она не маломерка. Все-таки помните, да, какого я размера и какого я роста. Я вышла вот сюда показать. Продавец милая девочка, тоже в полосатом. Ну, конечно, это рабочая их одежда. Но это туника. У меня на ногах вот такие леггинсы. Поэтому я не за ней показываю. Я сейчас начинаю кашлять. Меня, наверное, кто-то убьет. Но я кашляю только из-за того, что здесь ужасно пахнет. Видно вот это дезинфицирование, что они все время протирают все. Пахнет каким-то спиртом. И 3/4 рукав. Очень, конечно, она красиво смотрится. Хороший вырез. И мне нравится, что она не просвечивает. Ну и, конечно, если вы одеваете белье, никогда никаких кружев не одевайте. Должно быть такое, где плоские швы, чтобы это не просвечивало. Но смотрится очень она оригинально. Так, эта туника у нас была Кесахейна. Она называется, стоила она 130 евро, и сейчас с нее скидка 30%, то есть 91 евро эта туничка стоит. Ну и, конечно, я взяла вот эту синюю тунику померить. Посмотрите, просто она подходит под стиль Marimekko. Тут вот тоже с этой стороны у нас кружки, классика, прихватки, утренние чашки для комплексов и так далее. Ну и я стою точно в такой же тунике. Посмотрите, как здоровско. Она синяя, она, кажется, здесь может быть черная, но туника синяя. Единственное, очень маленький рукав. В той рукав был большой, в этой рукав более тугой. Тоже рукав 3/4. И она расклешена вот так вниз. Но тоже размер большой. На мне 2XL. Ну вот, если кто-то скажет, в глазах пестрит, и она туникой. То есть у меня толстые леггинсы одеты. Это вискоза, очень приятная к телу. И мне нравится, что она не просвечивает. И, народ, если кто-то скажет, Оля пестрит в глазах, ну, конечно, тогда, да, другая расцветка должна быть, чтобы у вас голова не закружилась. А так смотрится, мне кажется, очень она оригинальненько. Так, и это у нас было резюматто. И стоила эта туника 135, и теперь 94,50, и 2XL у меня был размер одет. Ну и вот хороший пример, народ, да, опять у меня на мне 2XL, она маломерка, то есть она мне и мала в рукавах, и она мне мала вниз, вот это место обтягивает, то есть она такая слим. Ну вот единственное, мне понравилось, что здесь 2 кармана, а так она, конечно, маленькая на мою фигуру. Какая фигура у меня есть, конечно, гадости не пишите. Больше подходит буквой А, чтобы вот так вот расклёш был. Вот это вот то, что туго. Нет, в такой, конечно, ни сесть, ни лечь, ничего. Очень-очень она маломерка. То есть всегда, народ, если вы в интернете заказываете, смотрите, какие даются в этой тунике параметры, чтобы не получилось так, вы закажете размер, а он вам не налезет. Всегда смотрите, слим или это А. Так, и это у нас была туника 120 евро 84 пеурата. То есть вот такая есть, и она у меня была маломерка. Очень красивая, но очень маленькая. Ну и вот хороший пример, натуральная Marimekko. Конечно, вот эта расцветка тоже все знают. Очень красивый рукав. Посмотрите, какой рукав сделан здоровски. Но опять не мой фасон. Очень узко, очень узко. То есть, если бы этот фасон был буквой А, мне бы подошел больше. И вот это место
очень в обтяжку. То есть, конечно, буквой А, если бы в этот фасон был, был бы мне лучше. И, конечно, цвет не мой, слишком светлое. Был бы еще темно-синий, было бы лучше. Но платье красивое, очень такой трикотаж. Но должно быть буквой А, не так прямо. Народ, пишите, какое самое красивое. Конечно, это магазин не для моего кошелька. Я здесь купить себе ничего не могу. Но померить вы просили, Оля, примерку в Маримекко. Вот такую примерку в Маримекко. Примерку в Маримекко я делаю. Ну и, конечно, новые цвета тоже присутствуют. Вот такой зеленый новый цвет. Ну и все равно темно-синего очень много. И в прошлый раз кто-то смеялся, когда я показывала вот эти петушки. И спрашивали: Оля, неужели у вас до сих пор ходят вот в таких петушках? Народ, вы не поверите, ходят. Финны обожают свои любимые петушки. И посмотрите, от Маримекко петушок стоил 75 евро. И сейчас он стоит 60. Конечно, да, вот такой петушок многие с удовольствием бы купили. Но и здесь, видите, у входа такое, что вы не можете пройти мимо. Очень много нарисовано, что только скидки. Зайдите, пожалуйста, купите. Ну и, конечно, магазин Маримекко всегда у входа, потому что, чтобы люди не проходили мимо. Смотрите, как красиво оформлено. Тоже стандик стоит со скидочками. Ну и, конечно, манекены одеты так, что люди не могут пройти мимо. Все хотят зайти. Ну и мимо такой красоты никто пройти не может. Новая коллекция весенних сумочек. Какая прелесть. Ну, конечно, сумочкой это назвать нельзя. Она малюсенькая. Что поместится в такую сумочку? Ну, только если телефон и какие-то ключи от машины. И такая сумочка от Маримекко стоит 45 евро. И точно такая же есть шопер и шарфики. Но красота. Ну и любителям зонтиков, народ, кто хочет Маримекко зонтик, тоже такие же цвета есть. И зонтики стоят 40 евро. Ну и, конечно, классику. Я не могу пройти мимо этой красоты. Хоть это уже настолько классика жанра. Многие видели, я их показывала неоднократно. Ну и когда финны покупают такое, конечно, они их не прячут никуда в шкаф. Они у них стоят на виду, чтобы все видели. Вот такая кофейная баночка от Маримекко у них есть. Кладут они туда кофе, кладут они туда кексы, кладут они туда какие-то печенюшки или что-то другое. Да, вот такие есть. И большая кружечка стоит 24 евро. И, конечно, вот эти тарелочки тоже многие хотят на завтрак. Вот сюда свой круассантик или бутербродик положить. И, конечно, наши любимые скатерки. И помните, народ, многие такую скатерть не подшивают. Если вы приходите к финнам в гости, и вы видите, вот эта скатерть не подшита. То есть с краешку видно вот это Маримекко Финляндия или Финланд, как тут написано. Пени уникко. Это они не отрезают и не подшивают. То есть люди должны видеть, что это натуральная финская. Поэтому, видите, красоты неописуемые. Ну и, конечно, черно-белые. Это вообще классика. Они подходят хоть куда. И сейчас на скидке на все ткани тоже есть. 49 они стоили евро метр. И сейчас 39-20 стоит метр ткани. И многие, которые не могут себе позволить купить вот такое платье, они покупают со скидками эти материалы. Иногда бывает в отрезах продают очень дешево. И шьют подушки, шьют кофты, шьют платья. То есть, конечно, если вы шить сами умеете, тоже это все можно самому пошить. Здорово. Ну и можно сделать такой, знаете, оверсайз. Конечно, из такого материала легко можно это все пошить. И подушек, большое количество подушек. Вот здесь такая подушка тоже, не знаю, это в детскую комнату или это для животного. И посмотрим, сколько эта красота стоит. Так, эта красота у нас стоит 175 евро. Но тоже в стиле Маримекко. И подушки. Финны обожают эти Маримекко подушки.
И наволочки сейчас с большой скидкой. 32 евро стоят наволочки. Ну и вот такое панно тоже можно купить. Это вешается всегда над кроватью. Они есть разного размера. Вот такое панно тоже можно себе над кроватью повесить, если вы не хотите, чтобы стена была видна. Очень красивая. Ну и, конечно, много-много скидок. Полотенчики сейчас стоят 12 евро. Вера с пюхки, то есть это маленькое полотенчико. Касси пюхки, это для рук полотенце, стоит 21 евро. И кюльпе пюхе, то есть большое банное полотенце, стоит 42 евро. Ну и вот эти полотенчики во всей красе. Конечно, светлые полотенчики очень красивые, но они быстро изнашиваются. И видите, какое количество темных полотенчиков осталось со скидками. И какое большое количество светлых. Конечно, финны народ практичные. Они хотят полотенца темные. Ну и вот эта классика жанра Маримекко Мейки Буши. Вот такая большая косметичка. И в прошлый раз спрашивали: Оля, почему такое большое количество косметичек продается в Финляндии? Народ, не забывайте, если люди живут в многоэтажном доме, у них на первом этаже бывает сауна. И, конечно, в такую косметичку должен поместиться шампунь, кондиционер, какая-то маленькая губка или мочалка. И вот с такой косметичкой они спускаются вниз на первый этаж в сауну. Так, и что у нас с этой стороны? Ну, у нас с этой стороны скидки. Скидки на подушки. 15 евро прихватки. И большой выбор подушек. Очень красивый магазин. И новые, конечно, будут весной. Я обязательно приду весной, еще поснимаю. Но сейчас все, конечно, ждут скидок и хотят купить по большим скидкам. И здесь тоже полотенце 9,50, 18 евро. И большое полотенце 37 евро. Ну и постельное белье от Маримекко. Когда мы у Леночки в квартире, я тоже говорю, если финны вот такое постельное белье имеют, они кровать не заправляют, что люди, которые приходят в гости, они должны видеть, что у них Маримекко постельное белье, это считается статусное белье. Вот такой пододеяльник стоит 69 евро, и наволочка стоит 17 евро. Ну и много, конечно, видите, такого подарочного. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампер. Всем физкульт, привет!